Ну чё, ведьмак, погнали... О, какой ведьмак? Как тебя там зовут, я уже забыла. Саски? А, нет, Саски, это, по-моему, баба. И, короче, неважно. Сейчас поподробнее выясним, кто это такие и куда мы идем, блядь. Как долго еще идти до Хинсельта? Скажите мне, пожалуйста. А я-то думал, она повыше будет. Дракона убивица! Похоже, ее пригласили. Нет. Ты можешь бежать вообще, нет? Похоже, будет. Или тебе в латах тяжело? Хорошо, идем. Твердый орешек. Впечатляет. А в доспехах это кто? Не твое собачье дело. Кто в доспехах? Я сам не знаю, кто я. Здорово. Пламенный привет! С кем поговорить? О! Принять участие в переговорах. Пресветлый государь. У нас гости. Приветствую тебя, Стеннис, сын Демаренда. Точно. Привет тебе, Хенсельд. Вижу, ты чувствуешь себя в Айдирне как дома. Но я не припомню, чтобы высылал тебе приглашение. Фелард все сделал за тебя. Это он меня пригласил. И я не нарушал мирного соглашения. Пока. Ах, вот как. Сударь Броган, будьте любезны проводить графа Фелларда в уединенное место и там его обезглавить. Куда ты лезешь, щенок? Ты еще не король. Твой отец был. Моего отца нет в живых. И еще не миновал траур по нему, как ты предал его страну. Ваше Величество, я прошу дать мне охрану. Этот молодой человек безумен. Взять его. Ваше Величество, как же наш договор? Ты мне больше не нужен, Фелард. Есть еще вопросы? Отлично. В таком случае перейдем к делу. Хорошо сказано. Карты на стол. Со мной в лагере больше 200 вооруженных людей. Этого хватит, чтобы удерживать переправу несколько часов. А за рекой ждут 5000 закаленных в сражениях молодцов. Опа. И не такие силы разбивались о стены Вергена. Блин, ну вообще непонятно, что спрашивать. Атаковав Айдирн, ты нарушишь соглашение Центрийского мира. Все королевства Севера будут обязаны поддержать меня. Никто тебе не поможет. Родовит Риданский, князья на юге. Забудь о них, мальчик. Они тебе не помогут. Мир. Досрал я на него жидким калом. Ты остался один. Не совсем. Саския, не вмешивайся. Пожалуйста, пожалуйста. Оказывается, у тебя есть дар речи, девица. Саския, убийца драконов. Ты еще красивее, чем говорили. Добавь еще вот эту девку. Без нее крестьяне бросят сжечь господские усадьбы и вернутся на поля. Для тебя сплошная выгода. Не бывать этому. Эта земля под моей охраной. И если больше ни у кого не хватит отваги, чтобы противостоять тебе, это сделаю я. А теперь слушай, король. Я даю тебе час на то, чтобы покинуть Верхний Айдирн. Если ты этого не сделаешь, война. Если хоть один каидвенский солдат останется на этой земле на полминуты дольше, война! И вели своим герольдам огласить, что ты приносишь извинения народу Айдирна за этот позорный набег. Иначе война. Ха-ха-ха-ха! А у тебя есть яйца, женщина? Если я на такое соглашусь, мои солдаты решат, что я трус или баба. Я Хенсельд из Арткарайга. Я не привык удирать от барышень, даже если они убивают драконов. Кроме того, ты мне нравишься. Ух ты, какой я поворот. Хочу эту страну, хочу золото и хочу тебя, убийца драконов. Взять их! Эй, эй! Эй!
Остановитесь! Во имя Кревы, Фреи и Мелителы! Клянусь сиськами Великой Матери! Геральт из Риви! О, наконец-то мы добавок прибыли. В отменной кампании! Хярпин Зигрин! Нормально. Сколько лет, старая куепутала! Рад тебя видеть в добром здравии! Геральт, ну чего уставился? Вот фразочки, будто конечно. Духа увидал. Не обнимешь старого товарища? У Геральта плохо с головой. Бывает. Так он и вправду зарубил Фольдеста? Мне только лучше. Фольдест был сукой себе на уме. Этот и Геральт молодец. Не в этом дело. Он потерял память. Я не убивал Фольдеста. Да какая разница? Ну, кто-нибудь другой его прихлопнул. У нас теперь беда поважнее. Где Саския? А этот мясник что тут делает? Я привел 100 лучников, лучших на свете. Мы хотим помочь вашему делу. Тогда придется обождать. Потому как Саския и принц Пеннис... Фу ты, Стеннис! Пошли переговариваться с Хенсельтом. А мы с ребятами тут стоим. Ну, мало ли что. Солнце погасло. Зовите магичку. Солнце погасло, что? Идем, Геральт. Погнали. Пенису. А ему хуёво. А чё ты там Сергиль-то этим помогает? Я чуть понять не могу. Странная какая-то. Проститутка. Опять бороться? Зомби! Вау! То, что я люблю. Резидент начался. Ну, давай! Прикрывайте Саскию! Где? Ты правда жесткие. Так, давай. Чё этот Йорвит за мной постоянно ходит? Иди бей своих, дебил. Прикольно, призрака единского рыцаря. Вообще нормально. Так, я в огонь не пойду, иди нахер. Так, пацаны, помощь нужна? Вообще, какого хрена я их огнем пуляю, если им как бы поебать на огонь? Хотя вроде работает. За топоры! За топоры, да-да-да. Так, ты можешь в него прицелиться?
ты попал? Нормально. Интересно, что ты еще? Ну вашу мать! Большой один путь. Я могу бесконечно на него вот так вот врезаться. Да, в принципе, получается. Нормально. Этот такой ходит, ему нехуй делать. Ты в курсе, чувак, что ты на это... Не на камне умер. Чё, всё? А, блин, еще один. Ну, вы хотя бы тут сами справляетесь. Выходит, все-таки могут, когда хотят. Где у тебя меч опять? Геральт, ты чё? У тебя невидимый меч? Я тоже такой хочу. Копы за такое ничего тебе не ставят. Колдунья какая-то. По-любому Йеннифер. Сова! Иди за совой. А, да, она Филипп, показывает точно. Нам дорогу. Точно. Ладно, она же в сову потом включает. У меня к тебе будут вопросы. Она типа нам дает защиту, да? Серебра. Я вас прикрою. Ну понятно. Помогите. Эй, Йорви, так ты-то что не работаешь? Как вас столько уродилось. А, нифига, их так дамажит. Круто. Там кто-то сзади бежал, нормально? И некоторые, кстати, проходят. Да? Все хорошо? А чё? Где твой меч? Ты чё? Ты чё какую-то херню взял? Блин? Или это я поменяла, я чуть не помню. Какие-то феи нам помогают. Что такое? Куда мы попали? А чё все темно? Мне бежать надо? Блять. В смысле? Чё все темно было? Призраков тоже мочить надо? А нахера? Они типа плохо делают? Блять, да. Что-то не так. Странно. Они какую-то темень напускают. Видите, за собой написано. Там домочит его. Ну, если у призрака есть жизнь, значит их мочи. Это очень странно. Долго еще? Написано иди. Во. Видать, призраки сову останавливали. Заебок. Староват я для этого. А, да ладно тебе, Герой. Нормально все. Капец, вас много, ребят. Все, мы почти вместе, наверное. Не знаю, куда идем. Видать, куда-то ведет нас. Охереть, сколько их много. Так, куда ты идешь? Запистай. Так они сами исчезают почти. Так, погоди.
Так, 3.12. Нахера мне это 3.12? А, топор тоже неплохо. Ну, нет. Надо меч. Что ты делаешь? Ты херню мне предлагаешь. Так. Во, наверное, надо надеть эльфские доспехи. Здесь у нас были какие-то эти... Ну ладно, хер с ним. Легкая кожаная куртка. Очень. Сапоги. Броня. Так, сопротивление кровотечения? Нет. Ладно. Пусть будет так. Так, опять призраки. Да, призраки. Хорошо. Так, тихо. Мочи. Спасай сов... Что там, с совой реально плохо? Да. Все, призраки непонятные. Вот с мечом, кстати, он прыгает от цели к цели. Это хорошо. Я даже ничего не нажимаю, он сам прыгает. С этой херней я... Херней страдал. Так. Красава. Да куда ты выходишь, дурачок? Тебя дамажит здесь. Ходит за куклу, какой-то пиздец начинается, серьезно. Все, погнали дальше. Поможем немного сове. Вандуродец. Ну да, что поделать. Обалдеть, его тут дамажит, обалдеть, наверное. Да куда ты? Куда ты, дурачок? Нифига себе, там магия сильная. Вы чё меня не защищаете, дебилы? В курсе, что меня вот этот мочит? Нифига он парирует нормально так. А, блядь! Хорошо. Блин, лечись, чувак, лечись. Пожалуйста, лечись. Ларри Дейт, уже недалеко. Окей. Плохо. Ох, ты какой красивый. Прикольно, что в заставке тоже одежда меняется. Чё скажешь? Ненавижу летать в тумане. Саски, ты цела? Да. Это так, царапина. Вы с ведьмаком спасли нас. Я здесь для того, чтобы охранять тебя. А ты, ведьмак? Я ищу убийцу королей. Он похитил Трис Меригольд.
А что ты делаешь здесь? Этот допрос? Тебя разыскивают в Тимерии, Каэдвене и Ридании. А я отвечаю за безопасность Саскии. Хватит, Филиппа. Ты сама говорила, что он невиновен. Саския, народец-то волнуется. Сперва солнце погасло, потом белки, теперь это мгла. Для них уже слишком. Верно. Собирай всех командиров в зал совета. Йорвит, дай мне немного времени. Я подготовлю их к твоему появлению. Ведьмак, Филиппа, вы должны присутствовать. Я хочу услышать, чего нам ждать от этой аномалии и как от нее избавиться. Выше головы. Не сомневаюсь, что славный Белый Волк и столь же славная Филиппа Эйльхард справятся с парой сотен бешеных духов. Я хочу видеть всех командиров в зале совета. Ведьмак, Филиппа, вас это тоже касается. Сесиль, пока мы не закончим совет, ворота должны оставаться закрытыми. Отвечаешь за это собственной бородой. Добро пожаловать в Верген, ведьмак. Я Сесиль Бурдон, староста. Геральт из Ривии. У нас есть свободная комната в трактире. Ничего особенного, но, по крайней мере, крыша над головой и кормит солидно. Спасибо. Скален, покажи мастеру Геральту его квартиру. А на обратном пути зайди в покои преподобного Альшана и расскажи там всем, что с ним стряслось. Значит, пал смертью храбрых в бою с агрессором. И все такое. Вот именно. Видишь, мастер Геральт, молодой, а башковитый, выйдет из него краснолюд. Ну чё, веди. В трактиры я люблю ходить. Блин, красиво здесь. Я бы лучше здесь, среди гор, жила бы, чем там, где мы были. Забыл уже, как называется город. Ай! Не успела зайти. Дверь бы хоть придержал. Нифига, у них хоть в камне все вытесано. Круто. Давай я первый. Не хочу тебя ждать. Ой, еще один. Впусти одного человека. Гля, за ним уже сотня приползла. Как? Слуга покорный. Говорят, человечья баба. Серьезно, яйца! Сюда. Ой, блядь. О, сука, ты чё пугаешь-то так? Меня так в последний раз капканы только пугали. Да, блядь, заходи. Во, сейчас успели. А, мы тут типа с тобой вдвоем побухаем, да? Вот твоя ведьмачья комната. А, это комната. Люди говорят, сам Зельдкирк из Гулеты отдыхал на этой кровати перед битвой. Правда, счастье это ему не принесло. Но хоть выспался перед смертью. Тебе что-нибудь еще нужно? Спасибо, Скален. Посетить военный совет. Нормально. Я надеюсь, он открыт. Так, что у нас там? 3 таланта. Блин, может до конца вот эту всю хероту вкачать. Твердость духа. Все. Ветка вкачана. А что здесь? Мутация. Мутация, О. Прикольно. Так, и эту тоже мутагировать можно, да? Давай. Почему нет? Прикольно. Так, обучение магии, бой мечами. Можно, кстати, бой мечами дальше прокачивать. Так, погнали. Так. А где у нас совет? С улицы, я так понимаю, да? Это вообще что за ведьмак такой?
бродят по свету. Убивают чудищ за деньги. Блин, прикольный драктир. Мне нравится. Класс. Люблю сочетание дерева с камнем. Это круто. Так, куда-то туда. Красиво. Ничего не скажешь. Чувачки сидят. Привет, ведьмак. Здорово. Так. Так тут много разных уровней. Хер поймешь, куда идти. Так нихуя себе. Так, это был трактир. Мы сейчас вот так вот обратно обойдем. Интересно. Привыкать к новому городу придется. Так-то да, прикольненько. Я думаю, еще выше, да, подняться. Вот тебе и покой. Людские вот кварталы. Допустим. Это что? Тут я пройти смогу? Куда-нибудь. Это еще что такое? Арена. Поворуем пока что. Давай. Чё? Чё это? Осторожно, чудище. Понятно. Так, ну это просто куда-то проход. Может сюда? Блин, вообще в другую сторону показывает. Я где вообще? А, я перешла туда. Мне не туда. А мне не туда. А здесь что? Тоже куда-то. А, это мы в то же место пришли. Ладно, хорошо. Там что? Там походу дело обычный дом. А сюда ой, что? Ведьмак. Здорово. У вас что? Ничего? Блять. Да идти, хуй разберешь. Так, сюда мы ходили. Так, и сюда мы ходили. Ну, давай здесь пройдемся, посмотрим. Может, отсюда будет проход куда-то. Опять заставляют бродить. Вот уроды. Один другого чуднее. Так. Ага. Вообще не знаю. Ух ты. Мимиш. Кто, вроде Джастин? Филиппа, о тебе расспрашивал. Надо мне это. Ты не поспорил? Не будет? Хрен тебе, а не шнапс. Ой, мать моя женщина. Так. Это у нас... Как? Все обдумал. Еще какой-то квартал. Чего тут думать? Йорвит не просто оборванец без роду и племени. Эльфы. Болтовни много, она. Так, мастерский. Так, теперь. Бля. Я просто в какой-то жопе. Пошли на мост. Как все запрячут, конечно. Я куда вообще вышла? Мост-то наверху. Я сюда вообще могу идти, нет? Вроде переколочено. Переколочено. Вот сюда. Прикольно. Такие милые комнатушки. А жить там хочется. Все нормально? Это переход куда? Так. Какой-то кабак. Опять. Да? Или просто переход? Ух ты ж, бля, и Тунга. Как они путают-то вообще?
Может, просто в одну из дверей зайти? Там же были какие-то двери, правильно? Дай-ка я тебе. Ничего хорошего нас не ждет. Так. Замок трех отцов. Так, подожди, подожди. Что там? Ага, вот. Тут где-то. Может, сюда. Или вот как раз-таки в этот донат. Замок трех отцов. Может быть. Да, блядство. Ой, ведьмак. Да, погуляли-то, конечно, круто. Вот сюда, например. О! Отлично. Зато город посмотрели. Вы пропустили неплохую драку. Можно было убить самого короля. Дело дошло до поединка. Принц был ранен. Вы видели магическую мглу, которая опустилась над полем битвы? Для всех, кто еще сомневается, сразу скажу, что это не обычный туман и не ярмарочные фокусы. Скорее всего, мы имеем дело с проклятием крови. Могущественным и очень древним заклятием. Мы не знаем пока, кто его наложил и почему. На сегодня у меня есть одна хорошая новость и несколько плохих. Хорошая новость в том, что Хенсельд и его армия на некоторое время задержаны мглой. А плохие? Облако призрачной мглы будет расти и сможет даже поглотить Верген. Кроме того, из него могут выходить призраки. Может, управимся с ними народными средствами? Топором по башке? Теоретически это возможно. Но я бы советовал запастись посеребрённым оружием. Кроме того, духи, вероятно, слабеют, удаляясь от мглы. Можно их изгнать как-нибудь? Обряд там провести? Этим займемся я и ведьмак Геральт из Ривии. Убийца короля? Который, вопреки досужим сплетням, короля не убивал. Да, конечно, нет! Он и мухи не обидит. Посмотрите в эти глаза. Сразу видно, какая у него тонкая душа. Мало кто разбирается в проклятиях лучше него. Я не собираюсь объяснять вам суть этого явления, но скажу вам несколько простых вещей. Ну вот, начинается. Никому нельзя приближаться к призрачной мгле. Это смертельно опасно. Кроме того, нам придется ознакомиться с историей битвы. И здесь я особенно рассчитываю на помощь уважаемого Сесили Бурдона. Я к вашим услугам. Благодарю. Чтобы снять проклятие, нам потребуются символы войны. Предметы, которые принадлежали павшим в битве. Тьфу ты! Железяк с тех пор валяется больше, чем у Сесили Бурдона в шее в бороде. Я так думаю, против проклятия лучше всего... Думать предоставь мне, почтенный Зигрин. А сам лучше помолчи. Все предметы должны быть магически активны и связаны с душами павших. Это все. Если еще кто-то не понял, все должны помогать Филиппе и ведьмаку. Что ты там бурчишь, Ярпин? Что-то у меня в горле свербит. Выпей вина. А теперь займемся более приятными делами. Ярпин, сколько у нас людей? Саския, ты хорошо знаешь... Сколько? Краснолюдов под 200. Но мы не числом берем. Крестьян будет с 500. По правде говоря, тяжко их сосчитать. Господа... 53 рыцаря и 200 кольчужных воинов. Мало. У Хенсельта 5000 солдат. Это значит, пятеро на одного. Что вы об этом думаете? Нас мало, их много. Но у нас есть стены. Низкие, правда. Но если бы у нас были лучники, то кто знает. А, сюда бы полк тяжелых лирийских лучников. У нас есть кое-что получше. Эльфы Йорвита. Скаэтаэли.
Господа, Йорвит. Чего ты тут ищешь, душегуб? 100 лучших луков севера ждут твоих приказов, убийца драконов. Хотели лучников, так вот они. Брататься с эльфами мне не по вкусу. Только вот в драке любая палка пригодится, даже если она в говне измазана. В моей дружине достаточно людей, у которых он сжег деревни. Свободные крестьяне – это одно, а преступник, которого разыскивают во всех королевствах, совсем другое. В этот раз ты перестаралась. Саске, скажи, и мы сразу уйдем. Послушайте, Йорвит пришел, чтобы сражаться за меня. Я доверяю ему и знаю, что он нас не предаст. Точно так же, как каждый из вас. Откуда вам, барышня, это знать? Это шельф. У него измена в крови. Он сражается с людьми испокон веков. Но впервые за несколько десятков лет его борьба обрела смысл. Скаэтаэли не знали мира. Они умирали за Нильфгаард, за Долину Цветов напрасно. Они были преданы и обмануты. Теперь у них есть цель. Долина Понтера может стать первым государством, в котором люди, выходя за городские стены, смогут не бояться эльфских стрел, а эльфам и краснолюдам не придется жить в резервациях. Но сперва нам нужно выиграть битву. Вы знаете, кто идет на нас войной. Это превосходная армия, испытанная в боях, обученная умелыми командирами. Их не получится ни напугать, ни победить. Мы должны их уничтожить. Всех до единого. Поэтому я хочу, чтобы Йорвит сел с нами за этим столом. Я хочу, чтобы он убивал за нас каэдвенцев. И я уверяю вас, он будет делать это с улыбкой. Слово за вами. Если мне доведется увидеть улыбку на этой тощей роже, я согласен. Пусть Йорвит остается. Пес его дери. Отец мой в гробу перевернется. Ну что поделать, надо так надо. Я за. Я против. Ты убил моих людей, эльф. Помнишь? Если бы я их не убил, убили бы меня. Будь по-вашему. Во имя лучших времен и на погибель каэдвенцам. Я за. Смерть ублюдкам! Да здравствует Саския! Это яд. Она умирает. Вот отнесите жопа. Ее в безопасное место и охраняйте, как зеницу ока. Я возьму все необходимое и займусь ей. Мои лучшие воины станут на страже. Быстро, мужики! Давайте носилки! Вот это поворот. Она перестала колдовать. Что с Саски? Она жива? Да. Я замедлила ее жизненные функции. Сейчас ее состояние стабилизировалось. Так, ну-ка. Ты знаешь, что это за яд? Таумотор. В народе известный как маченик. У него очень дурная слава. Должно быть какое-то противоядие. Что мы можем сделать? Для лечения потребуются травы, магия и кровь. Могу предположить, что кровь необычная? Именно так. Я имею в виду кровь королей. Вот где пригодился бы Лето. Что за травы? Мне нужна подземная разновидность пурпурной наперстянки. Ее еще зовут краснолюдским бессмертником. И эльфская роза памяти. Так, точно, роза памяти, это точно Утриис. Где взять этот бессмертник? Он растет глубоко под землей, но с ним сложностей не будет. В Вергине есть шахта. Чем он поможет Саске? Маченик вызывает сильные повреждения тканей, а бессмертник ускоряет регенерацию. Ближайший король находится за призрачной мглой. Ты меня неправильно понял.
Нам не нужен правящий монарх. Важен генотип. То, что называется голубая кровь. Короли происходят из древних родов. Чтобы выжить, властители должны были отличаться необычайным здоровьем и силой. Приток чужой крови в королевских родах всегда был невелик. А потому мощь их генов все еще сильна. Я применю генную терапию и научу организм Саски, как избавиться от яда. Ты велишь ей пить человеческую кровь? Я введу кровь ей прямо в сердце. Ядрить. У Трис тоже была роза памяти. Она уверяла, что это крайне редкое растение. В давние времена Айн Сейтхе, которым удавалось вырастить розы памяти, пользовались большим уважением. Времена изменились. Эльфы тоже. В окрестностях Вергена никаких эльфских садов нет. Придется возвращаться во Флотзам. Роза памяти из Флотзама есть у Трис. Осталось ее найти. Отлично. Что еще нужно для операции? Таумотор обладает способностью к саморазмножению. Вторжение в среду зараженных клеток запускает цепную реакцию. На месте уничтоженной клетки появляется 10 новых. Чтобы прервать этот процесс, мне потребуется нечеловеческая сила. Лучше всего подошли бы гении воды или воздуха. Или одно из 12 легендарных колец Всевластия. И одно, чтоб лишить их воли и соединить навек в их земной юдоли. А мне потом босиком по вулкану бегать, ясное дело. Ладно, ладно. Забыли о кольцах. Мне потребуется большая доза силы, неважно откуда. Найдите что-нибудь. Бессмертник, роза памяти, королевская кровь и магия. Звучит как в сказке. В скверной сказке. Не хватает только поцелуя принца. Для меня главное, чтобы все хорошо закончилось. Как в скверных сказках. Я могу рассчитывать на твою помощь, Геральт? Можешь. Что с битвой призраков? Сначала я укреплю заклятия, которые поддерживают жизнь Саски. Потом займемся духами. В принципе, ты мог бы сам заняться призрачной мглой. Поговори с местными о битве. Может, разузнаешь что-нибудь полезное? Я попытаюсь найти отравителя. Найди, найди. Попытайся. Сюда может войти только Филиппа Эйльхард. Вот это поворот. Ну, а за всеми ингредиентами мы пойдем, наверное, уже в следующей серии. Поэтому всего хорошего, всем пока.